Четверг, 13 июля. Дом культуры металлургов. Это культурный туалет возле культурного дома. Вот. И с таким видом мы встречаем экспо. Сюда надо было везти. Показать культурную улицу с культурными людьми и культурным администратором, который говорит, что это не его проблемы, так как это не его территория. И пофигу, что общий вид теряется, и запахи розочками пахнет.